Всем привет, братья и сестры! Продолжается серия роликов, где я пытаюсь взять лигу. Как вы помните, в прошлый раз мы остановились на том, что я апнул себе алмаза первого, и мы остановились на калибровке на мастера. Задача в сегодняшнем ролике мне апнуть в соло мастера. Буду играть я за снайпера, опять же, с сабати, потому что мне нравится играть с этим оружием. Естественно, со СВЧ играть намного легче. А много вопросов, почему играю с сабати, потому что мне по кайфу. Если вы выбираете между именно самой лучшей снайперкой, то это 100% СВЧ, ребят, на данный момент времени. Но я буду играть с собаки, объяснил уже почему. Ну что ж, я запускаюсь. Перед началом видоса хочу вам пожелать хорошего дня, приятного аппетита и приятного просмотра. Кстати, братья, там новый батл пасс вышел, и разработчики, как обычно, параллельно за батл пассом добавили новую промку. Название просто бомба. Warface Стражи Севера. Вот это вот такое с ушами название, конечно. Но подарки в целом неплохие. Новички получают, получается, комплект набора брони серии Авангард на 15 дней, а также оружие серии Элит тоже на 15 дней. Но если же вы не играли в игру, то тоже, опять же, броня серии Авангард, а также оружие серии Нейтрон на 15 дней уже более такое прикольно. Кстати, если вы зарегаете новый аккаунт по этой ссылке, то вам еще будет неплохой такой бонус плюс 100% платежу. То есть закиньте косарь, а на аккаунт придет аж 4000 кредов. И по факту эти 4000 кредитов можно неплохо так инвестировать в новый аккаунт, опять же купить Battle Pass, ну и потом вернуть все ваши траты с новогоднего кэшбэка. Короче, пацаны, ссылочка на новую промку в описании. Если вы еще не играете в Warface, то рекомендую зарегаться. Но если же вы уже играли в Warface, то тоже рекомендую вернуться, так как Battle Pass очень хороший. Но всем приятного просмотра. Ой, а что с графикой? Не понял, что с это кором. Все высоко, кажется, стояло. Неплохо, Warface, спасибо. Ну, жестко меня убил. Да, инфы не было, просто первый раунд просто в салат проигрываем. Но свет у меня одного медика. Ну, нормально, а пацаны играют в четвером пати. Ни одного медика. Как это возможно, непонятно. Ну, да ладно. Угу. Блин, из-за фазума. Не понял. Найс, пойдет. Чуть не знаю, как-то инженера слишком быстро с пистолетиком выбил. То ли в голову он что дал, то ли что-то такое. Я думаю, я уже умру на самом деле. Займите все два, пацаны, я соло один сыграю, пожалуйста. Арка есть, пацаны, еще. Еще арка есть. Убил арку. Хорошо, пойдем. Блин, я сейчас так жестко в спину мяснул, просто ужас. Ладно, 2-1, в целом неплохо. Первая карточка все-таки такая, она тяжелая. Возьмите медика, братья. Пожалуйста, очень прошу. Сейчас трогер возьмем. Кидаю гранату. Граната пошла. Далее убивать инженера просто граната. Жестко. Би. И перташ. Блин, я думал, он слева стоит. Размять. Убей. С квадрата еще хае накинули. Квадрат есть. Смотрите, с чем у нас играет трогер на мастерах? Смотрите, с чем играет чел просто. Хорошая команда. Ну, почему на мастерах типы с таким другом играют? Как это возможно? Граната! Апдаун. Фух, слава богу, господи. 3-3 очень плотно. Да он пушит за медиков в соло, ты единственный оставшийся в живых медик, вот ты пушишь. Да, ну в целом ничего нового. Вот просто убивал бы я его, не давал бы гранату, все, мы бы 2-2 оставались против инженера и штурмовика. Но чел решает просто запушить почему-то, ну что-то в голове стрельнуло, запушить, почему нет. Варка. Не выходи. Пожалуйста. Найс, фух. Как же он по зим таймингам играет за штурмовика. Зачем, друг, вообще не играет тогда? Так, last round, 5-2. Ну, 5-2 невозможно проиграть, будто бы нет. Граната пошла.
Фух, 14-7, слава богу, мы это выиграли. Господи, первая победа есть. Хоть карта и дерьмо была, команда тоже не очень, объективно говоря, была, но мы справились, это класс. Ну, почему на калибровке вторая карта тоже дворец? Ну, как это работает? Ну, это же объективно, это очень маловероятно, но у меня попадается вторая карта из трех, которая, возможно, на калибровке, да? Это тоже дворец, почему? Непонятно. Ставьте бомбу просто по второй постной, я занимаю второй, и все, бомбу ставим и выиграем раунд. Худистаминг, просто, он решил просто выйти за инженера. Просто, вот у человека есть штурмовик в команде. Байтани штурмовика, чтобы он первый запушил, под это минируй. Нет, чел за инженера берет, пушит меня. Плавил, мисят. Настя, срез. Аква. Мы этот раунд тоже что-то зальем, да ну насмерть. Фух, хорошо, что нашего имбаган, который просто убивает за секунду в тело. Плант есть, плант убил. Я КВ смотрю, КВ смотрю, пацаны, выход. КВ. А, спойдет 2-1 за атаку, хорошо. Вот тоже такие же типы против меня. Вот они играют на мастерах, никто не берет медика. Ну вот я не понимаю, как можно не играть медиком. Это самый имбовый класс сейчас вообще в целом в игре. И люди берут, я же штурмовиков, зачем? Кидаю гранату. Еще слева. Ну да, типы просто ничего не могу сделать. Просто абсолютно. Убил у меня. Хорошо пойдет. Фух, тиммейты стреляют, все стреляют. Да что ж такое? Почему так приятно играть, а? Убил второй. Второй. Я почти допекал. Какой тильт. Это был бы очень жесткий клатч. А, все, у меня пор. Фух, 5-3, хорошо. Ну, просто команда молодцы. Молодцы. Наш верх есть. Игрок с бомбой. Плат уже. Куда он пушит? Что в башке у типа? Ну, ты останешься один в один, братан. Я просто по тебе промахнулся. Ты бы, ну... Граната пошла! Нет! Найс, пойдет. Просто. Опять 6-4, опять дворец. Хорошо. Спасибо за игру. Так. О, резиденция Новый год. Боже, как же. Я соскучился по этой карте. Мне она очень нравится. Медик есть? Медик, иди сюда. Медик, иди сюда. Иди сюда. Леса сразу. Снайпер идет. Медик, попробуй леса. Слева убил или справа, брат? Уфа есть? Я уж думал, мне конец. Углов. Спасибо. Я по голам стреляю за Авика, сугубо. Еще он лес будет. Граната! Кидаю гранату! Я думал, то я его убил, прикиньте. А, мост. Что тут делал? Дорога, это на дороге. Тебя будет. Он просто пикает. Типа надо на время играть, он пикает, вопросов нет. Хорошая игра. 90. Их респа, не хп. Я просто убил типа в спину, у него МБПС, он меня с одной пулей убил в тело. Ну что я могу сделать? Ну как играть против такого? Ну вот правда. Зига. Ну, не, ну это вообще такой тильт. Вот, просто пацат медик со мной, остальные центр идите, пожалуйста. Просто центр сыграйте аккуратненько. Медик со мной, пацат, я распекаю вам мост, потом соединимся и просто будем распекать план. Медик, не пикай, не стой, просто... Вас. Бил. Ну что, мудрый пикает его просто. Рассей будет. Найс, пойдет, хорошо. Ну и пока странно, вот я сейчас дал килл по мосту, да, пацаны, вот вы видели. Я дал килл по мосту, типа, и штурмик он ушел, он увидел меня, что я стою в прицеле. И он на меня выпрыгивает. Зачем, чувак, отойди в плен, сыграй на время, дай смог перед лицом рейсни свой тиммейт. А чел чем-то открылся, умер, тем самым зарунил себе раунд. Ну это типа ошибка, объективно, очевидно. Ну это же для всех, наверное. Посад, походу, аккуратно. Найс, умница еще есть? Пойдет 4-1, хорош. Сейчас зигу распекаю, стой. Oh,
пошла! Хорошо? Граната! Мир, братан. Найс. Это мастер, братья. Ты просто 3-0 без шансов. 4.67 кд, это жестко. Ну, конечно, да, катка была очень легкая, на самом деле, последняя особенно. И это 3 победы из 3. Мастер, вау, какой я мужчина. Да, в этот раз как-то вообще получилось легко, без поражений абсолютно, да, просто 3-0. На этом все. Так вот, ребят, я апнул мастера в соло с собаки. Надеюсь, вам видос понравился. Можете бахать лайкос. С вами был я, Антон. Всем пока.